В Ненецком округе продолжаются поиски без вести пропавших мужчин. В поиске задействованы местные жители, службы спасения, а также родственники Константина Бобрецова и Василия Рочева. Наталья Дуркина продолжит тему. Бобрецов Константин, Рочев Василий уехали на рыбалку 11 сентября рано утром в местечко Мархида, недалеко от деревни Тошвиска. 11 сентября ночью они пропали. По словам очевидцев, свет от их фонариков видели в 23:00, а в полночь его уже не было. С рассветом знакомые и родственники выехали в район поиска, но результата не было. В службу спасения позвонили только после 7 утра. В час дня нашли лодку пропавших в Пылимце. В этот же день нашли их сапоги на берегу реки недалеко от Усть-Тошвиски до поворота на Уграйвиску. На данный момент, получается, по факту безвестного исчезновения Рочева Василия Николаевича и Бобрецова Константина Сергеевича проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления их местонахождения в рамках соответствующих дел, которые у нас заведены. Бобрецов и Рочев объявлены в федеральный розыск. Материалы проверки в отношении их для проведения проверки в рамках статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса направлены на Ленмарский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Всех, кто обладает информацией о местонахождении без вести пропавших, просим сообщить дежурной части УМВД России по Ненецкому автономному округу. На данный момент было совершено более 16 выездов в предполагаемое место пропажи людей. Родственники Константина Бобрецова и Василия Рочева просят о помощи добровольцев. Просим, помогите найти наших мужчин. Возможно, у вас есть волонтеры, кто смог бы организовать сбор добровольцев. Откликнитесь, пожалуйста. Мы нуждаемся в вашей помощи. Мы не просим о круглосуточных исследованиях. Мы надеемся привлечь всех желающих для повторного исследования территории вблизи места пропажи. Мы не призываем лезть в воду, подвергая опасности. Мы молим помочь исследовать лесополосу и ближайшие деревни, заброшенные здания, избушки и прочие места. Давайте вместе соберемся и сделаем чудо. Опытные охотники, рыбаки, просто хорошо знающие эти места люди будут полезны вдвойне, чтобы попросту ориентировать. Если у вас есть возможность принять участие в поисках, то на экранах вы видите номера телефонов, по которым можно связаться с родственниками пропавших без вести. Любая помощь очень важна. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».